Всем привет! Ну что, сегодня мы будем наконец-то открывать шестую базу. Я получил ремку на Минотавра. Теперь мне будет легко фармить ману, золото, чтобы быстро улучшать. Что нам нужно вообще для шестой таблетки? Нужна ли она вообще? Ну, 5 таблеток это хорошо, конечно, еще плюс один герой, как и на битве гильдии, так и в подземках, во всех локациях. Это очень большой плюс. Поэтому в первую очередь надо качать ратушу, чтобы разблокировать побольше построек. Когда вы разблокировали уже постройки, вы можете прокачивать, там, выбирать, что вы хотите. Но в первую очередь всем не хватает золота, потому что оно надо для прокачки героев, переведения на следующую звезду, то есть прокачки остальных зданий. Поэтому надо развивать немножко ману, но больше всего давать упор на золото, на хранилище золота, потому что у вас 1250 у меня на сегодня. Лагеря это такое, которое можно будет со временем докачать, но вот именно золото надо качать в первую очередь. Также нам надо будет улучшить эти... Вечно забываю, как они называются, шахты на золото и на ману. Потому что без них мы не откроем таблетку. Ну что, поехали. У нас 120 тысяч в первую очередь. Сейчас по максимуму качаем. Вот сразу следующий титул у нас уже есть. 38 тысяч. Сегодня получили следующие 45. Качаем золотые по максимуму. Видите, 634. Улучшить. И параллельно будем манку подкачивать. То есть нам надо их всех перевести на 16 уровень. Так, в принципе, нам не обязательно строителей всех занимать. Давайте двоих сюда поставим. Так, у нас есть три. Давайте пусть пока строят, пока мы будем заниматься всем остальным. Одного оставили. Так, есть 601. Так, тут мы не можем улучшать. Все, побежали фармить. Посмотрим, во сколько нам в итоге обойдется полностью прокачка. Так. Ну, как видите, Минотавр, ремочка, бог войны. Просто сказка. Зашел, кинул. И без проблем. То есть это фактически я 12-13 докачал за 2 недели. Где-то так приблизительно. Это без доната. С донатом, конечно, вы можете это все сделать за один день. Так, 14. Нам просто нужна очень быстро. Ну, не очень быстро. Нам вообще нужна 16-я таблетка. Говорю, 16-я. Заговорился уже. 6-я таблетка для подземок, чтобы на нее там поставить того же самого хранителя, который нам даст дополнительный разгон и баф. Или трианта поставить для живых всех, тоже как вариант. Сейчас посмотрим, сколько у нас реально самоцветов на это дело уйдет. Зато потом будет намного проще в подземках. Ну и на битве гильдии, соответственно. Так. Также мы сейчас попробуем сбегать на архидемона. Посмотреть, как мы сможем с ним справляться на такой силе. У нас архидемон на отражение. А вы обязательно ставьте лайк, если вам нравится
такая прокачка аккаунта. Так, есть, можно тут улучшить. Создание, конечно, сила особо там не растет. Больше растет с эволюцией героев и прокачки. Бам. Так, 100% есть. Уже 7000 ушло, мы еще не накачали одни на максимум. Так. Ну, таким темпом можно, конечно, качать. В днях я не знаю, это надо будет сесть отдельно посчитать, сколько на это надо времени, но я вам скажу, на это надо немало времени, чтобы так самому прокачать ее, потому что вам надо кучу зданий качать помимо этого всего. Хотя последнее время у нас в игре появились молоточки, которые ускоряют этот весь процесс. Ой, хорош. Вот такого одного хлопнуть. И можно дальше качать. Так, одно мы до 16 уже доделали. 16. 15. Так, побежали дальше. Так, а сколько нам там ратуша дает? Фу. Ну, уже позволяет 6 таблеток иметь. То есть без проблем. Потому что если бы я снимал видео и фармил это все с Минотавром без ремки, это было бы, наверное, пару часов. А так у нас быстренько все. Сейчас мы докачаем первую часть на 16 и побежим на архидемона, затестим его. Так, манка 16, 14, 15. 16. Уже 12к ушло, а мы еще не докачали одну группу. А если с нуля это все качать вообще в нулевом аккаунте, то это будет еще дороже. Так, чем нам это все обойдется. Так, 16, 14, 15. О, супер. Просто супер. Раз зашел, стукнул. И все, что надо, выбил. Так, есть. Еще надо немножко золота. Так, 15, 15, 16, 16,
16. Так, 16, 16, 15, 13 вообще. Так, 16, 16, 15, 15. Ну, нам в любом случае 1,5 миллиона надо иметь, потому что в королевской битве выпадают руны, которые стоят 1,5 миллиона. Поэтому надо всегда увеличивать. По максимуму стараться увеличивать золото. Так, 16, 16, 15. Делаем 16. Ну, уже 15 тысяч ушло. Еще, думаю, 15, 15. Где-то 45 тысяч кристаллов нам это обойдется. Самоцветов, точнее. Так. 16, 15, 15. Потом надо будет всех строителей кидать на прокачку таблеток. Их надо гнать до 25 уровня, до максимума, так как они дают защиту и хп для героев. Так, есть. Так, хранилище маны мы прокачали. Тут вообще 13. 16, 16, 16. Так, все. Да, где-то 19 тысяч на прокачку. Немало, немало, я вам скажу. Это только 8 зданий. А нам еще 12 надо вкачать. Так, есть. Первая секция есть. Побежали, потестируем архидемона. На архидемона мы возьмем нашего любимого Анубиса. Так, питомца мы ему поставим
Так. Также мы возьмем Прею. Так, сейчас мы что-то ей нахимичим рунами. Пятьдесят первый просвет нужен. Ну, давайте сейчас по Берику нафармим ману на просвет. Тут тоже очень удобно. У нас ушло 19 тысяч самоцветов. 19, ребят. Но мы сэкономили очень много времени. Надо будет как-то посмотреть, посчитать, сколько у нас бы времени на это все ушло. Так, снять. Ой, думаю, до 21 мы долго будем фармить. Хотя сейчас, в принципе, если забьем на фул ману, 2-3 захода, думаю, дофармим. Хочу Фрейю подкачать, потому что она у нас будет танком на Архидемоне. И ее нам придется качать очень интенсивной для других локаций. Но есть герои, которых хочется быстрее прокачать для подземок, потому что чем больше мы подземок зафармим, тем проще нам будет достать КГшки, фармить каждый день и опыт. Так, есть. А так в идеале всех хотя бы довести до 80-го просвета. Это и по кристаллам синим нормально, и нормально дает прибавку вашему герою. Так, ну давайте будем пока вот эти улучшать постепенно. Вот, кстати, можно будет сейчас посмотреть, сколько нам надо будет на хранилище с нулевого уровня. Будем сейчас качать ради интереса одно хранилище. Сколько в реале самоцветов уходит на это все. На прокачку с нуля до 16 уровня. Так, ну думаю уже. Так, 49, 51. Так, давайте третий сетик ей вцепим. Какой-то сборный у нас получился, ну, какой есть. Еще прибавочку дал 14 тысяч. Давайте еще поднимем немножко уровень. Подкачаем ее. Вот так сделаем 160, что у нас получилось. Ну, уже получше будет. Так. Рея у нас готова. Можно даже на нее поставить ремочку, чтобы не ее били. Мы сейчас так это, наверное, и сделаем. Хотя нет, нам на ремку надо пятый сет. Ну, давайте пока потестируем в таком образе. Она будет у нас танковать.
она и Анубис. Первым мы их выпустим. Анубис умрет, если что, они переагрятся с Анубиса на вертолетиков. Так, есть. Ворожей. Ворожей с воодушевлением пусть будет. Так, тыковка. Сейчас мы под вопросом насчет тыковки. Кого еще возьмем? Возьмем одержимого. Тут хоть немножко тоже прокачаем просвет. Так, одержимый. А вот тыковка, она у нас, конечно, будет ускорять. Но попробуем сейчас седна. Она будет давать немножко подхил хотя бы. Давайте друида попробуем. Хотя у нас есть ворожай. Как вариант. Дерево, стрелок. У нас тут с таких... А, черепа поставим. С утеканием. Он должен неплохо здесь справляться. Тыковку эту мы не поставим. Нашу имбу. Так, давайте его немножко хоть подкачаем. Это все делаем ради теста, ребят. В дальнейшем мы, конечно, будем нормально его валить. Но пока чисто ради интереса. Давайте там скилл ему. Немножко подымем. Только сделаем. Так, череп. Черепу поставим. Вот так вот. Вот такая, такой состав. Ну, поехали. Потестируем сначала. Или давайте вместо одержимого попробуем ради интереса тыковку. Без берса. Хотя, в принципе, можно и с берсом. Она там особо, думаю, у нас ускорение не даст. Третье мы тоже одевать не можем. Вот такая сборная солянка пусть будет. У нас тут сетов третьих нету больше. Тут у нас обычные руны. Хорошо, побежали. Тест номер один. Что тут топы набирают? 835, 800. Хорошо. Так, 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 так. Выбираем дерево. Так, Фрейя. Дрейка тоже выбираем. Черепа. Черепа ставим. Тыковку. А шестым одержимого смысла нету. Друид нам силу увеличит, но и даст маленький подхил. Давайте дерево поставим, пусть будет с деревом, чтобы они, если что, не убились. Так, ну, поехали. Кидаем Анубиса, после него кидаем Фрейю, чтобы она выпустила вертолетик свой. Хотя Анубиса у нас тут... Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Анубиса, все, он переагрился. Нормально все. Вот он у нас переагрился на вертолетик, хотя он сейчас переагрится и на тыковку. Да, к сожалению. Хотя у нас будет отхил. Не, переагрился все-таки на Анубиса. Так, Фрейя. Все, он загрелся на Фрейе вроде. Да, нормально. Ну, смотрим наш нуба состав. Сможем ли мы 3 минуты продержаться таким составом. В принципе, можно было сразу агрить на Фрейю. Все-таки слил нашего Анубиса. Точнее, Анубис сам слился. У него стоит, да, видите, грубая сила, и он просто критует, он сам себя сносит. Значит, Анубиса уберем, поставим кого-то другого в следующий раз. Это мы уже сделаем, думаю, завтра.
Вместо Анубиса можно будет рыцаря поставить. В принципе, он и подхиливать будет тоже. Думаю, он не убьется. Наш Нуба состав. Ну так вроде все не проседают особо. Тут разгона нет все равно. Как думаете, сколько набьем? Миллион? Миллионом тут, наверное, не пахнет даже. Ничего себе. 2 миллиона 547 тысяч. Это, ребята, наш новый результат. Будем стараться его улучшить. Но это, считайте, фактически в 5 героев. 2,5 ляма. Блин знает, на каком этом месте. 4179. Запомните это число. Так. Так. Качаемся дальше. 19 тысяч у нас уже ушло. Так, герой. Надо питомцев еще тоже подкачать будет. Так, ну что, поехали. Будем смотреть на примере хранилища маны. Точнее, шахты. Сколько нам надо будет самоцвета у нас? 101 тысяча. Чтобы прокачать одну на 16 уровень. Длительный, конечно, у нас опять получится видосик. Надеюсь, его не порежут. Так, уже 12-й. Золото, конечно, попроще фармить, чем ману. Золото всегда на порядок больше у людей. Все из-за того, что потом, что золото самый, скажем так, недостающий ресурс для прокачки героев на начальных аккаунтах. Поэтому все стараются качать хранилище золота в первую очередь.
Так, итого 2 300, 3 300, 3 400 где-то на одно здание, ребят. Умножьте все здания, и будет приблизительная сумма, которую мы в итоге в конце узнаем. Ну, оно однозначно, если вы хотите сэкономить, вы никуда от этого не денетесь, придется ради шестой таблетки раскошелиться. Можно или трешовать в 5 героев, в принципе, тоже можно проходить. Так, давайте будем улучшать параллельно эти здания. Да, но это у нас где-то минут 40, как минимум, идет. Но 40 минут это не месяц, ребят, и не два. Также можно питомцами, в принципе, ускорить это все, если они у вас прокачаны. Ну и за здание теперь будет немножко нам легче на волнах. Там будет тоже нам попроще. Сможем выдерживать атаки. Так, у нас уже почти 40 тысяч силы. Побежали фармить. Так. Какой же кайф фармить минотавром с ремкой. Даже если у вас есть минотавр, без ремки это такой головняк. А тут себе раз выпустил, и все.
Да. Интересно будет теперь хранителя еще потестировать с купидонами, с тыковкой на разгоне. Посмотреть, как минотавры будут себя показывать на топах. В принципе, мы и так уже видели, что он может на такой прокачке. Урона хватает, разгона хватает. Со скилла он довольно-таки неплохо дамажит. Интересные расстановки, конечно. Даже не ударили. Не успели. Уже в общей сложности 30 тысяч самоцветов у нас ушло. Почти две трети докачали. Точнее, больше. Думаю, где-то под 1050 таблетка обойдется. Но экономия времени. Вот почему, для чего вообще в играх нужен донат. Экономия времени и дополнительный фан. Так. По чуть-чуть движемся уже к 40 косила. Скоро тунца таким темпом догоним. В принципе, мы его и так можем догнать и перегнать. Думаю, 50 тысяч силы нам набрать это налегке будет уже. Напишите в комментах, хотите ли вы видеть этот трэш-контент. Так, есть. И нам останется еще докачать хранилище золота. Ой, говорю, хранилище золота. Лагеря. 4 лагеря надо докачать. Unaware, keep moving like the scars aren't even there. It's in
Представьте, сколько бы мы ее качали без такого Минотавра. Даже смотрю, мы даже сейчас целый час будем качать, но ничего не поделаешь. Надеюсь, с этим видео проблем не будет на Ютубе, как с прошлым. Так, есть 16-ю делаем. Красота, просто красота. Не знаю, когда мы дойдем до прокачки Некроса, до атаки Фартога, вряд ли успею его сделать. Хотелось бы, конечно, его доделать. Но я думаю, нам не хватит времени на это все. Не хочу особо спешить. Ну, Анубиса, возможно, прокачаем на вторую эволюцию даже. И ты станем. Ну, 40 тысяч уже даже перешагнули. Да, силушка быстро растет. Это не то, что раньше было. Нужно было начинать на этом сервере играть. Так. Хоть он и китайский. Так, 16, 15, 13. Можно было бы туплю взять еще гильдийскую магию. Сейчас мы это сделаем, будет немножко быстрее. Я, как обычно, ночью фармлю. Там прирост не особо большой будет. Так, есть. Так, 16, 16, 16, 16, 15. Все, осталось ману фармить по максимуму. Ну, по каких-то 30 тысяч плюс идет, тоже неплохо. You call that, I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back, and I've always been ahead like an effing ball.
Да, где-то у нас ровно час на это все идет. Я думал, минут 40 их там. Давайте, пока золото у нас подкопилось, начнем качать. Еще немного, ребята, еще чуть-чуть. И у нас будет шестая таблеточка. И будем фармить уже активно волны. Так, 16, 16, 16, 16. Все, с этими закончили. Ну, финишная прямая. Остались у нас лагеря. Как видите, 16 уровень дают по 2 миллиона. 2 миллиона золота, 2 миллиона маны.
Для того, чтобы вам на все хватало, надо минимум 5. Возможно, скоро откроют и седьмую таблетку. Тогда придется нам дальше трешивать. Потому что сейчас я хочу кинуть их на улучшение алтаря. Чтобы герои быстрее ресались. И также на улучшение ратуши. Плюс будем улучшать наши башни. Потому что они нам надо будет, будут на максимальной прокачке. Ну и плюс таблетки. В общем, есть что качать. Да, 1060 у нас ушло даже, уйдет точнее. Но зато это конкретная экономия времени. И плюс очень, очень приятный бонус на любой силе. Шестая таблетка. Да, вот это задротство с этой китайкой, конечно. Даже на основе столько не сижу, сколько провожу времени для вас на китайке. Так. Так, можно по чуть-чуть даже просветы прокачивать. Зря ману терять, правильно? До 80-го их гнать.
Ну, если от остальных зданий у нас будет плюс, это только там ХП, да, от хранилищ и прочего, то тут еще дополнительный бонус, то, что будет, мы можем больше юнитов нанимать. Места больше, радиус атаки немножко больше. Ну и плюс жизни они тоже имеют немало, скажем так. Так, 15-й. Так, я уже даже запарился. Это жесть просто. На безремке, я же говорю, это было бы, блин, целый день бы тут потеряли. Ачивку какую-то получили. Так, ну все, последняя финишная прямая. Ради этого, в принципе, я Минотавра и качал, не Анубиса, а именно Минотавра, чтобы мы быстро прокачали таблетку. Нам было попроще здесь. Ну, как раз 80-й. Все, ребята, мы сделали это. Так, 6-я таблетка. Вот она, родная. Все, пишите комменты. Что вы об этом думаете? Ушло реально больше 60 тысяч у нас на прокачку. Это с условием того, что некоторые уже у нас были прокачаны. А так где-то, думаю, 80. Как минимум, да, это все уйдет. Оно того реально стоит. Можно сюда захреначить хранителя. И все будет good. Все, подписывайтесь на канал. Пишите комменты, ставьте лайки. Видосы долгие, длинные, потому что, короче, их никак не сделать. Хочется все рассказать, показать для начальных игроков. Все, всем пока.